В Махачкале на стадионе «Труд» имени Елены Исымбаевой прошло первенство Дагестана по волейболу среди девушек. В результате первое место заняли представительницы Хунзахского района, на втором и третьем – команды Казбековского и Дахадаевского районов. Вне призовой тройки оказалась дружина из Каспийска. По итогам турнира наставники сформируют команду республики для участия во всероссийских соревнованиях.